Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Хорошо? Теперь проверь цели. Так, достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин, Мартин, и ты здесь, бедняк? Шевелись, ты не на прогулке. Рад тебя видеть. Перепрыгивай. Давай быстрей. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Сержант, зарядить эти пулеметы. Это были мои пулеметы. Рядовой Мартин, тебе в эту дверь. Сержант Моди научит тебя обращаться я с оружием. Остальные вышке. Останутся здесь. Сделай 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять по мишени, находясь в подвижном состоянии, из положения лежа или пригнувшись. Эти навыки могут спасти твою жизнь. Повернись налево. Подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Если у тебя не 3 руки, ты можешь... ...это оружие, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Делай несколько шагов, одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашка. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Кинь по гранате в каждую дыру впереди. Вот тебе и гром и молния. Двигаясь мимо поста, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Ладно, рядовой. Переходим в следующий сектор. Помни, рядовой, если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не дорвешься на тот свет. Внимание, группа Бейкера. Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч, день Д, морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Омаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Омаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золото, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устья реки Дус разделяют районы Юта и Омаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Омаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Катантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101-й и 82-й дивизий.
Кроме того, я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа Че не останется не больше нескольких часов. Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде. Вперед, вперед! Смотрите по сторонам!
Двигайтесь, ребята, вперед, вперед! Thank you.
хочу, чтобы здесь был резерв. Зачистка! Зачистка! Возьми этот сектор под контроль. Тут ладно, чисто, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление. Так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Вставайте, вставайте, просыпайтесь, подтягивайтесь! Уходите с улиц, миномет! Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, верно, пойди капитан. Взгляни. Черт, они достали их! Панцерфауст и разбери с ним ее растение! Держите церковь! Кто там еще есть? За мной! Thank you.
выстрел, Марк.
Мартин, сюда! Забирайся в машину! Хорошо, капитан. Допустим, мы вернемся в батальон на этой передвижной мусорке. И что я им скажу? Передай это лично майору Шепарду. Скажи ему, что группа Бейкера удерживает город, но не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, сержант? Да, сэр. Разумеется. А мимо врагов мы проедем по французской консервной банке. Нарисовать на ней мишень, сэр. По-моему, в этом нет необходимости, сержант. Так что, если у тебя нет идеи получше или работающей рации, действуй. Удачи тебе! Ну и ну, ребята, я уж и не верил, что мы справимся. Ну, конечно, особенно если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль, рядовой. Заткнись и займись делом. КПП. И что теперь? Так, не знаю. Может, пошел на перестрелять или ублюдка? Адиос, амигос! Какого дьявола ты делаешь, сержант? Я не знаю. Надеюсь, это сработает. Попади в него! Уже, ребята, остановите их! Заткнись, Элдер, и выметайся отсюда! Ну же, Мартин, давай, давай! Ты что, забыл? Ты сам не должен!
Ты хоть машину только убрал? Когда мне понадобится, сержант. Мартин, прикрой его! Элдер, поторапливайся, мать твою! Слушай, сержант, я как раз... Кончай, тормозит! Просто делай все! Боже мой! Так вот сейчас даже так же не уйдет! Да не смейте это на меня! Машину! Мартин, прикрой нас! Жми! Вытащи нас отсюда! Боже, Элдер, быстрее! Давай! Я еду быстрее! Поворачивай направо, давай, направо! А что, черт побери, я делаю? Хочешь помощь сказать, кроме того, что ты отсюда убей? Вообще-то хорошо, что тебе наделать дело! Мы проехали немецкие позиции. Можно сбавить скорость, рядовой. Я сказал, можешь притормозить. Ах да, верно. Извини, сержант. Правый поворот, тут направо. Ты попал, попал! Я пойду доложу майору Шепарду и получу новые распоряжения. Пока можешь расслабиться, только никуда не уходи. Ладно, ладно, сержант. Какого черта я еще могу сделать? Третье звено! Прикрывайте нас с фланга 30-м калибром! Второе звено, вы в резерве! Понятно, Элдер и Мартин за мной! Все готовы? Ну, вперед! У них впереди два МГ-42. Третья группа, отвлекайте их на себя слева. Вторая группа, отвлекайте их справа. Ну? Давайте! Назад в укрытие! Эта пушка сейчас бабахнет! Эй вы, в канаве! Вылезайте! Продолжаем!
с тобой, черт! Сержант, прости! Я не могу! О боже! Сколько ребят убито! Слушай! Они врачи тоже! Не двигайтесь двумя группами! Мартин! Лесной частью постарайся заткнуть их пушки!